В Якутске в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» первый президент республики Михаил Николаев провел 35-й по счету личный прием граждан в качестве депутата Госдумы Российской Федерации. На приеме также присутствовали представители республиканских министерств и ведомств, в этот раз преимущественно из сферы здравоохранения, так как встречи с Михаилом Ефимовичем добивались сразу несколько матерей, ухаживающих за детьми-инвалидами. Последними на приеме были представители молодежной общественной организации «Зажигай». К Михаилу Ефимовичу мы приходим уже второй раз. Первый раз мы приходили в 2013 году. И как раз-таки примерно в то время мы начали работу по направлениям ЗОЖ-десант. Это выезды в районы республики с популяризацией здорового образа жизни, пропагандой спорта, занятия спортом и молодежных субкультур. И также примерно в то же время мы запустили проект строительства спортивных площадок на территории республики и города. И на этот раз... Соответственно, нас пригласили, чтобы узнать результаты нашей трехлетней работы, да, как вообще продвигалась работа и какие у нас дальнейшие планы по развитию наших проектов.